Всем привет, друзья! Вы на канале Бананчики, я продолжаю выживать в LDE. Друзья мои, да, смотрите, какой у меня модель чопера. Я перекрасил. В предыдущем видео мы ходили на 99 волн. Видео огромное получилось, но самое главное у нас впереди. То, что модель вы уже видите, она ничего такая шикарная, мне понравилась. Я, может быть, еще поезжу на нем. Я принес вот это все из дому. Это мое дома, которое валялось. Взял с собой шмот, который можно выкинуть будет, ну, чтоб не с голой жопой сюда и переться. И также у нас вот это все, что мы заработали с вами с последнего захода на 99 волн. Неплохо. Практически тридцатник зеленых карт. Серых карт это немерено. Ёпрст. Это вообще что-то с чем-то, блин. Вы посмотрите, сколько просто серых карт. Давайте я даже на превьюшечку это воткну. Сколько у нас было. Вот это все у нас было. Точнее, не было. Это все, что у меня было в моем кармане. Вот так вот выражусь. Сегодня мы открываем... Так, подождите, еще остатки. Остатки, точно, я забыл. У меня же есть еще остатки. По-моему, вот здесь две синей. Это капитанские у меня есть, да? А, всего две? Да? А зеленые где? Подожди, стоп. А где зеленые? У меня зеленые ведь были еще. Или не было? Или не было зеленых? А, нет, наверное, вот это было. Военные блокноты. Военные блокноты мне были. Ну вот, короче, вот как-то так. Шикарно, красиво, бомбезно. Это я просто на превьюшечку, друзья. На превью я это отправлю. Поехали. Здорово, здорово, мужик, здорово. Сегодня у нас уже даже есть на фиолетку. Мы сегодня открываем 5 топ-сундуков. И вот это все, конечно, я хочу превратить вот в эти фиолетовые карты. Давайте заметим, у нас тридцатник. Здесь 50... А, да, я что-то как-то проморгал этот момент. Поехали. Это все мы переделываем моментально. О, у меня 100 зеленки. 100 зеленки, друзья. Ё-моё, 113 зеленки. Так, серые карты у меня закончили. Это домой поедет сразу. Синие карты у нас тридцатник. Поехала, поехала, поехала за орехами. Блин, ну прибавила 11. Правильно? 11 карт я получил синих. Так, это что, капитан? Карта капитана. Не очень запоминаю их. И фиолетовые, друзья. У меня 5 фиолетовых было. Это мои. Нет, подождите, стоп. 2 фиолетовых мои. А нет, 3 фиолетовых мои. А остальные я заработал за 18 сезон. То есть 5 штук. Нет, подождите, сколько у меня? 3. 2 мы стратили. 4. Нет, подождите, я не 4... Нет, я 5 получил. Значит, фиолетовая где-то дома еще одна валяется. Значит, дома осталось, блин. Ну ладно. У нас получается, друзья, 9 фиолетовых карт. 9 штук. Это бомбезно. Да, конечно, я забыл кое-что добавить. Когда вольфрамовый слиток появится, у нас появится 6-й терминал. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 6-й терминал появится, потому что здесь нужен вольфрамовый слиток. Я потихонечку его собираю. Не так часто, но собираю. Ну что, давайте сейчас откроем бомбезные наши сундуки. Раз, два, три, четыре, пять. Это максимум, что я могу открыть. Бах, вот это красавчик. Вот это красота, ё-моё. О, круто. А, кстати, помните, в последнюю очередь у меня еще реаниматор оставался. Этот реаниматор у меня от другого места. Я взял его на заправочке. Вот такая красота. Еще останется у нас 4 фиолетки. Это еще по 5 огнестрела будет. Круто. Знаете, что я хочу сделать? Я хочу отсюда снять вот это и вот это. Мне это нафиг не надо, как бы больше. Все, аривидерчик. Вот это красота, красотища. Так, друзья, настроечки я поставил обратно. Можно даже на ультру. И то бомбезно будет. Ничего, все нормально. Сегодня волны мы не будем стоять. Давайте первый сундук мы открываем, получаем. Ну, это говно. Ну, зачем мне это нужно? Хотя, да, надо все равно. О, какой-то глушитель, что ли? Ха-ха, круто. Хорошо, надеваемся сразу же, потому что у меня попа голая. Огнестрельчик.
Огнестрельчик, друзья, это хорошо. Огнестрельчик, это бомбезно. Сейчас посмотрим, что мы вообще здесь повыбиваем. Здесь, конечно, мелочь я потом заберу. Так, по мелочи это я заберу сразу же. Ключик, наверное, давайте сразу. Хотя нет, нет, сначала огнестрел, потому что мне все потом не влезет. Следующий сундук нам дает. Блин, ну ладно, ну чё ж так плохо-то? Опять же, калаш, М-ка, УЗИ. Блин, ну так себе, ладно, хорошо. Третий сундук мы открываем, получаем. Да что ж, вы мне ничего не даете-то, алло. М-ка, М-ка, ГЛОК. Блин, Винчестер. Ну это Винчестер, конечно, на разборку. Я выкину его туда. Четвертый сундук, друзья. Да что ж такое-то, мне не везет. Никак мне, друзья, не везет. ГЛОК, дробовик, УЗИ. Еще один Винчестер на разборочку. А УЗИ, барабанный магазин, коллиматорный прицел и длинный ствол. Кстати, длинный ствол дает стабильность, если что. Так, подождите, длинный глушитель и макушка. Ой, мушка. Макушка, мушка, мушка. И здесь у нас, ну да, такой себе. Но это не беда, мы переделаем. Последний сундук. Вау, что-то, короче, что-то интересное, друзья. Прицел, наверное, да? Нет, лазер. Ух ты, модуль лазерный. Это у нас Наскар. Эмочка, опять на разборочку. И два Глока. Нету больше места. Вот такое мы, друзья, сегодня получили с вами барахлишко. Вообще, хорошо. 20 огнестрела, друзья. Просто в никуда. 20 огнестрела. Сколько я потратил? Немерено. Правда, немерено я потратил. Но мне это, конечно же, к лучшему. Мы побили с вами рекорд. Мы открыли 5 топ-сундуков, хотя мы еще можем открыть также 5 сундуков, когда я нафармлю еще одну фиолетовую карту. Будем продолжать вставлять дальше. Будем проходить. Мы не будем это закидывать. Я бы, знаете, что еще взял с собой? Я бы взял бы сетики, наверное. Тут же... подождите. 5 сетиков подряд в вое... Тири-тири. Давайте я сначала тогда по мелочи заберу. Пробочки забираем. Это тоже забираем. Клей мы возьмем. Вот это мне не надо. Вы видели, что у меня в сундуках делается. Это я не буду брать. Это мы забираем. Это, блин, я не знаю. Посмотрим сейчас. Это берем. Берем. Краску берем. Пригодится краска дома. Десяток уже есть. Это мы не будем брать. Это мы посмотрим еще. Я то, что заберу домой просто сейчас. У меня еще 3 места есть в руках. Для выпендрежа калаш. Второй калаш. Угу. И давайте дробовик поставим сюда. Ну, все остальное вот так. У нас еще есть полно места. Краску сюда, наверное, запихаем. Круто. Здесь у нас... Так, синяя красочка сюда. Есть 45 штук. Нормально. Это я не буду, наверное, брать. Пока что не буду. Там потом посмотрим. Стальная пластина, друзья, дается. Это вообще имбовая вещь. Вот так вот, наверное, сделаю. А, вон здесь у меня это, да? Ага. Я что-то проморгал это место. Хорошо. В четвертом еще одна. Это прицел X8. А тут что такое? Самодельный глушитель. Блин. 2 штуки стальной пластины дали. Бомбезно. Краска. Ой, клей. Краска, пробочки. Это все потом я увезу. Фиолетку я знаю куда. И вы знаете, куда мы его отправим. И здесь алюминиевая ключик. Краска, пробочки. 75 стабильно дает. Хорошо, хорошо. Это мне не надо. Это все не надо. Хотя я потом увезу. Если влезет, я увезу это домой, друзья. Для чего я это так сделал? Это все, друзья, я на превьюшечку хочу отправить, чтобы вы видели, что можно получить за 5 топ-сундуков. Эти 5 топ-сундуков. Надеюсь, что вам также попадется, и вы будете также радоваться им. Фух, эти сетики, конечно, я увезу потом домой. Надо увезти эти сетики домой. Один сетик у меня на попе надет, вот он. И все остальные сетики, конечно, вы увидите на превьюшечке, друзья. На этом я с вами буду прощаться. Маленький видосик по топ-сундукам, которые мы открывали. До этого мы открывали 2. Сейчас открыли еще
5, и у нас еще 4 в запасе, так что ожидайте. Еще мы можем с вами открыть еще 4 топ-сундука. Ну, не 4, 5, я хочу на 5, на пятерку сразу увести 20 огнестрела. На этом, друзья, конечно, все. Кому понравилось, прожимайте пальчик вверх, поддерживайте меня, я буду знать, что вам нравятся мои видосики. Мой персонаж опять жрать захотел. У меня ничего нету. А нет, у меня из еды только клей. Жопу в себе заклей. Все ссылочки в описании на плейлисты. Также в описании выживания в LDE мое есть там. Также есть рейды. Ссылочки, чтобы со мной связаться, в ВК-группа и Discord. Ну а на сегодня всем спасибо за просмотр и всем пока-пока.